В направлении населенного пункта Тельманово с территории Российской Федерации движется 100 единиц военной техники. Об этом сообщает в пресс-центре антитеррористической операции на официальной странице Facebook. Российская военная техника имеет опознавательные знаки, треугольники или круги белого цвета. В составе колонны идут танки, БТР, БМП, реактивные системы залпового огня «Град». В населенный пункт Амвросиевка сегодня утром зашли 5 БТРов и 1 КАМАЗ с живой силой. Кроме того, с территории России через населенный пункт Дебровка в сторону Дмитровки последовала колонна из 6 реактивных систем залпового огня «Град», 8 тентованных КАМАЗов и 2 Уралов с личным составом.